Эфир канала «Город 24» продолжают новости. В студии сегодня я, Дмитрий Козлов. Здравствуйте. В Благовещенске в подвале дома на Северной нашли мину. Саперы выехали на место, где определили, угрозы окружающим она не представляет. Мина учебная. Находку передали следственно-оперативной группе полиции. Далее обсудим и другие темы. Сейчас о главном выпуске. Пластиковые возможности. Олег Мамеев выяснил, в какие изделия превращают пакеты и крышки, собранные на акции «Город берегу». Штурмуют не ради принцессы. Дальневосточные спасатели покоряют высоту и новые рекорды, наперегонки заскакивая в окна башни. Место встречи изменить нельзя. У городской молодежи появилась своя площадка для квартирников и воркшопов. Расскажем, кто помог. Россиян обяжут разделять отходы, юрлиц обеспечивать их утилизацию. Соответствующий закон приняла Госдума. Документ прошел сразу второе и третье чтение. Новый закон закрепляет обязанность жителей страны раздельно собирать отходы, передавать накопленные вторичные ресурсы в места сбора. Юрлиц, в свою очередь, отдавать вторсырье на переработку специализированным компаниям для утилизации, либо делать это самостоятельно. Захоронение ресурсов, которые считаются вторсырьем, запрещено. Под вторсырьем подразумевают отходы, которые можно повторно использовать для производства товаров, получения энергии и прочего. В документе отмечают, принятие закона направлено на сокращение вывоза отходов на мусорные полигоны. Документ также устанавливает критерии, характеризующие пригодность к утилизации товаров, упаковки и прочего. Закон вступает в силу с 1 сентября 2022, но несколько норм вступят в силу не сразу. Так, захоронение вторичных ресурсов планируют запретить с 2030. В Благовещенске не только активно разделяют отходы, но и перерабатывают некоторые из них. Так, про вторую жизнь пластиковых пакетов, крышек и флакончиков в своем телеграм рассказал мэр Олег Мамеев. Он побывал на предприятии по производству элементов благоустройства из песка и флекса. Кристина Слепцова разбиралась в тонкостях процесса и знает, сколько килограммов необычного материала уходит на одну скамейку. Это флекс. Это переработанная канистра. То есть это берется, вот это и есть сам? Это уже дробленая, мытая продукция. Угу. Флекс, гранулы переработанных ПЭТ-изделий получают из пластиковых крышек, пакетов, бутылок. Из такого материала можно соткать куртку. На заводе вблизи Благовещенска из него производят уличную мебель. Для одной лавочки необходимы металлический каркас, красящие пигменты, 120 кило песка и 50 кило пластика 2 и 4 классов. Это шуршащие пакетики, одноразовая посуда, флаконы от шампуней, жидкого мыла, ведра, тазы и прочее. И все это плавится при температуре 230 градусов. То есть здесь вот так, поддон, можно сказать, да, идет эта масса. Обязательно взвешивается. Взвешивается, да. И укладывается в пресс-форму. Оттуда старый пластик выходит, изменившись до неузнаваемости в виде ламели. Это элемент, похожий на дощечку, но отличается повышенной прочностью. Материалу не страшны дождь, ветер, перепады температуры, вандалы. Вот попробуем что-то нацарапать. Ну, царапинка получается, да? Получается. Ее, говорят специалисты, можно просто зашлифовать. Надписи, сделанные с помощью баллончика или краски, стереть обычным растворителем. В ближайшее время почти 250 таких скамеек установят в парках и на общественных территориях в Благовещенске. Причем лавочки город получает в подарок от Сибура благодаря проекту «Реформа». Во время визита на предприятие у мэра Олега Мамеева родилась и интересная задумка. Идея какая? Мы создадим такой конкурс по школам, ну по школам, да, где дети на сданные пробки получат, ну или приз, или какое-то изделие, которое будет стоять. Представляешь, выпускники к своему выпуску на память в школе сделали лавочку, которую они сами собрали крышки, или какой-то приз. Вообще в месяц предприятие перерабатывает по 20-30 тонн пластиковых отходов. В планах изготавливать из получившегося материала не только скамейки, но и шезлонги, ограждения, столики и даже тротуарную плитку. Поэтому Олег Мамеев призвал не выкидывать крышечки и пакеты, сдавать их. Тем более акция «Город берегу. Раздельный сбор» проходит каждую третью субботу месяца на площади ОКЦ. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Памятник Юрию Кузнецову установили в Амурской столице. Монумент, посвященный герою Советского Союза, смонтировали в сквере, названном в честь этого почетного жителя Благовещенска. Отлитая из бронзы фигура Юрия Кузнецова заняла постамент в сквере в районе Двоку, на Ленина между Мухиной и Артиллерийской. Памятник создавали челябинские мастера. Они победили в конкурсе эскизов. Установка монумента – завершающий этап благоустройства сквера. До этого территорию облагородили, разбили клумбы, оборудовали освещение, проложили пешеходные дорожки и озеленили. Напомним, генерал-майора не стало в 2020-м. С инициативой увековечить память почетного жителя города вышли депутаты Благовещенской гордумы. Место для сквера имени Кузнецова –
выбрали не случайно. Юрий Викторович долгое время руководил ДВОКУ. Торжественное открытие памятника состоится во вторник, 5 июля. В этот день, в 1982 году, Юрию Кузнецову присвоили звание Героя Советского Союза. Выстрел, бег, лестница в руках и никакой страховки. Только каски на головах. И мысли, как быстрее покорить высоту. Ради штурма четырехэтажной башни в Благовещенск съехали спасатели со всего Дальнего Востока. Амурская столица принимает состязания округа по пожарно-прикладному спорту. Участвуют не только действующие бойцы МЧС, но и дети. Что помогает спортсменам ставить рекорды и сколько кило железа весит штурмовка, расскажет Екатерина Борисова. Высота четырехэтажного дома покоряется спасателями за секунды, за ловкостью годы тренировок, но главное – бесстрашие, качество, присущее всем пожарным. Опасность рядом с ними – каждое дежурство. Навыки совершенствуют не только во время рабочих суток, еще и после. Благовещенцам в этом плане чуть проще – оттачивают мастерство и соревнуются в одном месте. Естественно, свои стены, зрители помогают, ну и также груз ответственности лежит на наших плечах. Сегодня пробежали по своим личным результатам. Кто-то улучшился, кто-то ухудшился. Ну, стабильность есть. У нас есть костяк, основа команды, состоящая из старослужащих. Принимают свои ряды и свежую кровь. Шанс попасть в сборную есть только один раз в год. Проявить себя можно и на юниорских стартах. Отличаются состязания только высотой, которую нужно покорить. На один этаж. Остальное, например, 9-килограммовая штурмовка в руках, как у опытных спасателей. Сегодня я поставил свой личный рекорд по электронике 11.25. Это мой первый год, у меня еще и будет в следующем году, также по старшей группе буду бежать, буду его пытаться побить. Постараюсь выбежать из 11, попасть в команду мира, очень сильно хочу. За каждым рекордом стоят миллисекунды. Время контролируют с помощью электронного помощника, табло и вручную. Судьи проверяют его на старте и на высоте. Низкий поклон в Амурской области за организацию соревнований. Соответственно, с такой подготовкой организации результаты сегодня очень высокие. Я ранее приезжал на данном чемпионате в город Благовещенск и всегда на этой учебной башне показывают высокие результаты. Сегодня в финальном забеге представитель Приморского края Крач Александр установил рекорд этой учебной башни. Лучше всех тренировался, правильные вещи делал. Ну и, в принципе, готовился, не ленился. Ну и вот это мне позволило первое место занять. Моего результата хватило для того, чтобы рекорд поставить первого. 13.60, я думаю, это местный рекорд, однозначно. Самое тяжелое – это психологическая подготовка. То есть тяжело взять себя в руки, необходимо немножко абстрагироваться, сконцентрироваться и понять, что тебе нужно просто сделать упражнение четко. Подобные состязания сейчас идут по всей стране. Дальний Восток принял их первыми. Пока лидируют приморцы, но впереди еще эстафета, боевое развертывание, полоса препятствий. И имя лучшей сборной назовут только после всех испытаний. Екатерина Борисова, Виталий Антонюк, Максим Яценко, программа «Город». Мастерство и бесстрашие показали благовещенцы и в другом виде спорта – экстремальном. Оли, кикторны, флипы, грайнды крутили скейтбордисты на состязаниях в парке Дружбы. Там же рискованно катались укротители трюковых самокатов и веломотокроссов. Смотрим! Десять тысяч первоклашек сядут за парты амурских школ в новом учебном году. Такой прогноз дают в региональном Минобре.
Родителям предлагают облегчить чадам переход на новый жизненный этап. Советуют заранее тренировать ребенка, писать элементы букв и цифр. Часть процесса подготовки организовать в игровой форме. Так можно разложить перед будущим первоклашкой различные предметы – шоколадка, игрушка, школьные принадлежности. И предложить выбрать, что из этого нужно взять на учебу. Кроме того, педагоги говорят о необходимости вместе с ребенком покупать школьную форму, ранец, канцтовары. Важно, чтобы малыш знал фамилию, имя родителей, адрес и номер телефона. Вообще, школьники Приамурья с 1 по 5 и с 1 сентября станут учиться по обновленным госстандартам. Наиболее ощутимое изменение касается второго иностранного языка. Он перестанет быть обязательным. Еще одно новшество – число учебных недель. Вместо 35 их станет 34. Особое внимание уделяется так называемой функциональной грамотности школьников. То есть знания, которые ребенок приобрел на занятиях по математике, химии, физике, он должен научиться применять в жизни. Сам процесс преподавания также скорректирован. Передавать знания ученикам педагоги должны не только лекционно, но и помогать делать самостоятельные маленькие открытия. Для этого проводить деловые игры, работать по группам. Штурмить, проводить воркшопы, мастер-классы, квартирники и творчески развиваться молодежь Благовещенская сможет в гараже. Новое пространство появилось буквально за 2 месяца во дворе городского управления на Ленина, 97. Благодаря победе проекта в конкурсе грантов губернатора области и личной поддержке мэра Олега Имамеева. Сюжет с открытия молодежного гаража посмотрим прямо сейчас. Очень часто задавался вопрос Олегу Тауловичу о том, что будет ли какие-то молодежные пространства. Очень долго думали, где бы сделать это молодежное пространство. И не так давно даже в аккаунт мэра обращались по этому поводу. Олег Тауловович дал поручение из муниципального помещения сделать как раз молодежное пространство. Определили, что это будет гараж, где когда-то стояли машины. Вот, мы получили поддержку, грант губернатора выиграли для оснащения этого помещения. Ну и вот сегодня мы открываем наш молодежный коворкинг-центр, молодежный гараж. Говорят, что если человек состоит на 80% из воды, то без цели и мечты он просто вертикальная лужа. Так вот, такие проекты, как этот, как «Молодежный гараж», он дает вам возможность воплощать мечты, ставить перед собой большие амбициозные цели, достигать их и, конечно же, реализовывать свои идеи и проекты, которые направлены на то, чтобы наш город, наш любимый и самый-самый молодежный Благовещенск оставался самым-самым, и, наверное, чтобы он расцветал, становился только лучше, а наши молодежные инициативы всегда были поддержаны. Наполнение, которое здесь, и тот внутренний интерьер, конечно же, показывает, что наша молодежь, наше управление по делам молодежи достаточно творчески подошли к этому процессу. И я уверен, что это место будет уютным, востребованным для молодежи нашего города. Конечно, мы будем территорию вокруг благоустраивать, будем работать благоустройством ближайшей территории, устройством рядом есть у нас есть контейнерная площадка. Вот сейчас мы решили сделать тоже в таком креативном стиле. Вот, в ближайшее время тоже жители смогут убедиться. Поэтому я считаю, что очень хорошая идея, замечательная. Мы с удовольствием ее поддержали. Я благодарен всем, кто участвовал в этом. Река, озеро или бассейн? Где предпочитаете охладиться в жару вы? Один из сотовых операторов проанализировал мобильный трафик и узнал, какие водоемы больше по нраву благовещенцам этим летом. В первой жаркой половине июня горожане купались на Амуре возле маяка и в Зее на Амурской-1. На эти локации пришелся рекордный рост трафика. Отдыхающие смотрели видео, пользовались онлайн-кинотеатрами и общались в мессенджерах. С середины июня ситуация стала меняться. Часть пляжей любимых берегов оказалась под водой. Маршруты отдыха сменились. Благовещенцы стали выезжать на озера и искусственные водоемы на турбазах.
Завязать семейной жизнью не смогут благовещенцы 8 июля. Акция «День без разводов» пройдет по инициативе регионального ЗАГСа в День семьи, любви и верности. Накануне этот праздник в России стал официальным. Указ подписал президент страны Владимир Путин. Это все новости на сегодня. Еще больше интересных тем, видео и архив программ ищите на нашем сайте tvgorod.rf. Всего хорошего и до встречи в эфире!